Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Я хочу с вами поделиться рецепт Наполеона. Для этого нам нужно 500 грамм муки и 300 грамм масла. Высыпаем 500 граммов муки. И натираем над крупные терки 300 граммов очень холодного сливочного масла. Делаем в центре небольшое углубление и высыпаем ваниль. Взбиваем одно яйцо, 200 грамм сметаны или йогурт и добавляем. Тесто по консистенции должно быть мягкое и эластичное. Тесто наше мягкое, и будем отправлять тесто в холодильник. После 2 часа мы разделяем тесто на 10 кусочков. Слегка переменяем эти колобки. И опять отправляем в холодильник. Берем из колобков. Накалываем вилкой и 190 градусов выпекаем коржи на 10 минут. Каждый раз накалываем вилкой, чтобы при выпечке оно
сильно не вздувалось. Дорогие друзья, для крема нам нужно 300 грамм масла и одно сгущенное молоко. На размягченное масло добавляем постепенно сгущенное масло, молоко. Наш крем готов. Добавляем ваниль. Опять смешиваем. Коржи у нас готовы, и крошкой будем обсыпать торта. Итак, наш торт готов. Крошкой обсыпаю торта и в конце буду всыпать пудры. После 5-6 часов сможете резать. Вот и наш торт. Приятного чаепития. Не забудьте подписаться на мой канал.